Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем на Родина РП, Центральный округ. Мы здесь Кирилл Подбулов. Не забывайте вводить паник при регистрации. Также не забывайте вводить мой промокод на 6 уровне. За него получите очень хорошие плюшки. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серия будет про казино. Давненько не было казино, тем более добавили голосовой чат. И с голосовым чатом будет намного интереснее, потому что мы сможем услышать эмоции наших соперников в казино. Поэтому я думаю, серия будет очень интересная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра. А кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, я успешно добрался, получается, до казино. Онлайн сейчас очень хороший, я бы сказал. 540 человек, то есть сейчас 700 тотов, по-моему, на серваке. Это делают на выходных, потому что на выходных первый сервак всегда забитый. Поэтому делают 700 тотов. Скорее всего, может быть, даже сегодня онлайн был побольше, чем 540. Скорее всего, где-то под 600, но это реально хорошо. Так, здесь у нас есть люди, которые уже общаются между собой. У меня почти 2 миллиона, давайте сейчас купим фишки. Так, вот, купить 1 миллион. А, стоп, не один, вот, 1 миллион. Так, 1 миллион покупаем и купим еще, получается, вот, по 1000. Пару штучек. Я не знаю, играть на все бабки или нет. Надеюсь, вам не сильно будет и громко слышно, потому что я громкость не настраивал. Ну, ты, конечно, не, весело. Бабки, они мне нужны. Так, давайте сейчас посмотрим заявочки. Надо на 5000 залететь. Ёф, на 5000 вдвоем залетим, короче. Я думаю, будет нормально. Так, вот, залетаем. 5,2. Я проебал, да? Пиздец просто. Ну как так-то, блядь, создать? Давайте 5000 втроем создадим. Ну, короче, всегда разборочки в казике происходят. Я думаю, вы это понимаете. Сказали, вы должны находиться в баре. Ну, с голосовым чатом много интереснее, я вам скажу, находиться в казино, потому что слышно людей, слышно их эмоции. И мне реально это очень нравится. Ну давайте, залетайте кто-то втроем. Втроем залетайте. Дайте начать там, пожалуйста. Ну давайте, залетайте кто-то, блин. На 5000 фишек втроем. Спасибо за счет большое. Капец, чуваки там радуются. Давайте втроем залетим сюда. 4,6 ему выпадает. 2,3. Ну и, конечно, мне сейчас какая-то хуйня выпадет. Да, 4 выпало. Минус 2000 фишек, короче. Что-то нам, пацаны, сегодня вообще не везет на самом-то деле. Ну, давайте на 1000 залетим. 2,4. И он выиграл. Пиздец, почему такие сливы конченые просто? Я ебал просто, реально. Давайте вдвоем создадим. Что-то реально сегодня не везет. Кто против это? 4,4. Давайте общую софи замутим. 2,1, заебись. Короче, буду я создавать, потому что здесь какие-то люди странные. Они не хотят играть на большой ставке. Значит, я делаю скин. Но когда ты создаешь, они с тобой играют. Так, а кто тут выиграл у нас? Выиграл... Блять, он выиграл, ну как, сука? Пиздец просто, блять. Давайте вдвоем на 3000 залетим, не успели. Так, создаем обратно. Давайте втроем сделаем. Хотя втроем никто играть не будет, я думаю, но пизду, короче, делаем вдвоем. Блять, обратно я втроем создал. Давайте втроем кто-то сыграет или нет? Ты должен тут стоять как минимум 2 дня. О, втроем, так. Да не, я проебал, пацаны, все, чекайте, я проебал. Я просто слил, пацаны, я слил все свои бабки почти. Так, давайте глянем. У меня осталось 1900 фишек, ебать, вы серьезно? Давайте, короче, делаем 1900 вдвоем, потому что, бля, это пиздец просто. Это просто пиздец, реально. 2,5 у него падает. Чекайте, сейчас ему падает больше. А, не, не больше упало. Нет, 3800 создадим вдвоем. Все, просто его банк играем, проебали, так проебали. Типа, ну, так, я выиграл. Я буду хуярить там все бабки просто. Мне похуй. Мне просто реально похуй. Поэтому играем просто на все бабки, никого не слушаем просто. Ну, 1,5 выпадает, ему выпадает больше. А, нет, 2,2. Я победил, отлично. Так, сколько у меня фишек? 12 тысяч, да? Было 15 тысяч. Так, на 4 тысячи никто не залетает, поэтому создаем вдвоем на 5 тысяч. Не будем никого ждать. Потому что стоять по полчаса в казино мне уже, честно, надоело. Мне этого уже хватает с головой просто. Поэтому давайте лучше так сыграем и все. 3,4, да, ему выпадает? Отлично, я победил. Так, посмотри заявки. 4 тысячи втроем? Нет, вот вдвоем можно было залететь, но я не успел. Поэтому давайте создадим еще на 5 тысяч. Не, не втроем, не втроем, не втроем. Я хотел вдвоем. Так, создать 5000 вдвоем. Все, залетаем. И сейчас попробуем завинить. Если сейчас винем, то будем уходить с казика, потому что, как бы, мы уже будем в неплохом плюсе. Если сливаем, то, блядь, придется обратно играть. Я надеюсь, то, что мы сейчас выиграем и спокойно сможем уйти из казино. Бля, у меня выпадает 6. У него выпадает 4. Есть, я затащил. Все, пацаны, давай, я ухожу. Потому что я ебал его рот этого казино. 600 тысяч, 700 тысяч я поднял. У нас есть теперь 2,6, а я пришел, мне было 1,9.
То есть мы в плюсе, грубо говоря, на 700 тысяч. Я этому реально рад. Как бы лучше потихоньку подняться, чем слить все. Я считаю, так будет правильно, поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр. Я извиняюсь, что видео было такое короткое, но зато мы послушали реакцию людей на игру в казино. Некоторые радуются, некоторые друг друга оскорбляют. Говорят, что я напишу тебе жалобу там и так далее. Но это реально прикольно. Это реально прикольно. Я ничего вообще не говорил, потому что у меня абсолютно были спокойные эмоции, у меня не бомбило. Но, возможно, придет такое время, когда я буду играть в казино, меня будет бомбить, и я буду выражать свое недовольство в голосовой чат. И это реально будет очень жестко. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.